нам приехала компания Nota Kitchen, которая познакомила нас с созданием социальных роликов. Все ребята были очень активные. Также нам очень помогли операторы. Процесс пошел более уверенно и легко. В результате мы сделали, мне кажется, потрясающий видеоролик, который оценили не только мы, но и организаторы. Наш второй модуль провел гуру с маркетинга в интернете Сергей Кузьмяк. Он рассказал, как можно продвигать различные социальные ролики. Я все еще нахожусь под таким впечатлением от сказанного, поскольку я не осознал, какую большую аудиторию можно достичь.